Антон. Фантастический оборотень. Самый загадочный персонаж нового сезона. Легко добавит огня в любое выступление. Ведь его второе воплощение – это дракон. Может показаться простым и сдержанным, но за его скромной улыбкой могут скрываться желания любой степени безумства. Уверен, что чем проще имя, тем сложнее человек. В новом сезоне я хотел сделать то, что до этого никто никогда не делал. Летели сквозь окна, занавешенные дождем. Чтобы ты не промокла, я буду твоим плащом. На прошлой неделе было первое мое перевоплощение. Как бы странно это ни звучало, в тот момент, когда я обернулся в дракона, я почувствовал, что магия произошла. Девичьи сердца, мне кажется, растаяли все сразу. А можно будет потрогать как-нибудь дракона? Пухляш, ты-то что, поплыл? Ну, не тебе. Нам очень повезло, что во втором сезоне появился такой персонаж. Все сложилось классно, я получил много лестных комментариев в свой адрес. И считаю, что это хороший старт. Дальше буду стараться так держать эту планку. Не ниже, только вперед и только выше. Словно дракон парит. Смотри, 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 смот
Номер очень красивый, потрясающий. Антон! Антон! Привет, Антон! Вот с виду такой скромный парень. Ты такой всегда будешь? Или же мы увидим какое-то драйвовое что-то, вот именно драконье? Я хотел бы открыть вам небольшой секрет по поводу того, почему я сюда прибыл со своей планеты. Не только из-за своей любви к музыке, но и, честно говоря, земные женщины мне очень понравились. Правда. Вот оно и... Сил земной любви. Тогда вопрос, Антон, у меня к вам. Вот, ну, эту любовь найдете. Но все-таки вы же дракон. То есть вы потом снова вернете свою изначальную оболочку дракона? Нет, потом его любовь снесет драконье яйцо. Подожди, я хочу вас послушать ответ. Есть два варианта. Если я смогу адаптироваться на вашей планете, я бы хотел бы остаться здесь. Ведь здесь люди умеют любить и петь такие красивые песни. На нашей планете... Это все-таки хитрый ход. Дракон есть дракон. Но да, есть и второй вариант. Второй вариант – это забрать ее с собой, превратить в огромную зубастую дракониху и любить ее на своей планете. Или посадить себе на плечи и взмыть в облака. Тоже красиво. Повадился как-то Антон девок наших таскать, да. Потому что дракон в сказках всегда забирал Елену Прекрасную к себе в замок, и потом ее спасал наш русский Иван. Да. Но я подумаю, кого из вас спасать, поэтому все хорошо. Знаете, я бы хотел вам рассказать то, что вы видели на сцене. Я хотел бы просто передать, как выглядит моя планета. Я ее вам показал. Очень красивая она, планета. Она, конечно, очень красивая. Спасибо. Бассейн, как у нас. Похоже на Пандору. Кто может управлять этим талантливым музыкантом? Вы пели фальцетом, а так на нашей эстраде на самом деле мало кто поет из мужчин. А среди Пресняков. Тех, кто может, да, Владимир Пресняков. Почему бы и нет? Да, очень похоже на самом деле было в какие-то моменты. Антон, вы Пресняков? Ну вот, пока дракон думает, что ответить, как выкрутиться. Какие еще варианты, Сашечка? Кто это может быть? Ой, у меня нет никаких вариантов пока вообще. Ну подумайте, Александра, ну... Нет, ну то, что это молодой человек. Она все время, вот мне кажется, что она думает, только бы меня он похитил, этот дракон. Нет, ну почему? Нет, я, например, обратила еще внимание, что у вас есть какая-то тайная грусть. То есть сначала мне кажется, что вы будете такой сладкий, и это всем будет нравиться, и девочки так сразу. А тут несчастный дракон. А мне вообще второй уже номер, я смотрю на вас, мне прям за вас грустно. Я его раскусил. Антон давит на жалость. Все. Нет, Антон не такой. Я такой. Вадим, Антон не такой. Я обещаю вам, что впредь, раз вы хотите. Хотим. Я смогу показать, как надо зажигать. И развеселю вас, и прокачаю так. А вот это уже похоже на план. Мы будем не просто ждать. Дим, кто там может быть? Мысль пока что осталась по-прежнему в голове, что это Влад Топалов. Которому помогает Регина Тодоренко. Как вариант. Ну вот на этом замечательном ансамбле, вообще полная эклектика музыкальная у вас в голове, уважаемые судьи. Антон. В любом случае, обещания приняты. Мы надеемся увидеть энергичного Антона, энергичного дракона. А вообще, делайте, что хотите, потому что это шоу, в котором, возможно, все это... Фантастика! Все будет, друзья. Спасибо огромное.